Как дела, народ? Да, сегодня мы поиграем в инди-хоррор. Вы правы, это действительно очень стрёмный до жопы инди-хоррор. Но, по крайней мере, мне так сказали мои братюни. Только я одного не понимаю, почему здесь нету звука, и я нахожусь в какой-то странной комнате. Она, кстати, похожа на мою прошлую комнату, до того, как я сделал ремонт. Кстати, да, вы заметили, что-то изменилось. Да, нету фона, он потерялся. Вот, это с аудио. Я уже не хочу играть в эту игру, мне не нравится, как выйти. О, ехит. Ладно, шутка, выходить не будем. Да, не только фон пропал. У меня пропали волосы. Верните мне мои волосы! Ладно, можно и без волос. Так тоже нормально. Нормально же. Ладно, окей, давайте начнем игру. Я не умею читать на английском. Блять! Окей, очень хорошее начало игры. Почему я так топчусь? В CSGO меня бы точно бы уже убили. Чё, это шкаф? У меня дома до сих пор нету шкаф. Ой-ей. Ну это я читать не буду. Вначале начитался. Блин, мне, видимо, надо это прочитать. А, реально, 8 число. Неинтересно. Ух ты ж, ё. Какой большой коридор. Я не люблю такие коридоры. Можно я останусь жить здесь? У меня, в принципе, все здесь устраивает. Здесь есть кровать. Даже шкаф. О, я читаю какую-то литературу. Что же это может быть? Да я еще бухнул с утреца. Какое время суток? Здесь нету окон. Жизнь меня к такому не готовила. Что это за отель такой? Я им не буду платить за отель. Ладно, посмотрим, что здесь есть. Ух ты же, ё, соседи, привет. Можно соли? Нет? Ну ладно. А вы? Никого нету. Какой ужас. Какой ужасный отель. Мне кажется, здесь даже 3 звёзд нету. Как я сюда попал? Окей, единственное, что мне здесь нравится, это ковер. Он просто бесподобный. Потрясающе, какой ковер. Я просто буду смотреть на ковер, чтобы не испугаться лишний раз. Я дальше не пойду. Мне кажется, там будет скример. Вообще не люблю коридоры. Коридоры меня пугают. Как-то раз я ходил по школе, и там был длинный коридор. В принципе, это все. О, здесь есть поворот направо. Не может быть. Какой ужас! Там что-то мерцает. Очень длинный коридор. Зачем такие длинные коридоры? И закрытые двери. У меня нету соседей. У кого просить тогда соль? Ну ладно, в принципе, можно без соли. Мне кажется, когда я хожу, я, ходит кто-то еще. Хватит это делать! Не ходите рядом со мной, пожалуйста. Это записочка? Кто-то ее написал специально для меня. Окей. Да, блин! Хотел сказать не то. Кто-то открыл дверь? Не, я туда не пойду, можно еще раз почитать. How did this happen? Какая интересная дверь. Ну, в принципе, меня мой номер тоже устраивал. Хотя здесь нету бухла, я вернусь, пожалуй, обратно. Не, ладно, нам нужно сюда по сюжету. Кто оставляет мне записки? Зачем он это делает? Может, это любовник? А может и нет. Надеюсь, это... Блин! Закрыли дверь! Пустой листик! Это точно не любовник, это какой-то извращенец! Он меня закрыл здесь! Но зато здесь есть стульчик. Зачем меня закрыл здесь какой-то извращенец? Ладно, откроем-ка дверь, пожалуй. Она не открывается. А, я знал, что шкаф мне когда-нибудь понадобится в этой жизни. Отлично. В этом шкафу был большой коридор. И очень странный звук. Я уже не хочу себе шкаф в комнату. Почему-то мне кажется, что этот шкаф не лучшая идея. Да и вообще ход в Нарнию в другом месте. Я в Нарнию не хотел попасть, ребят. Я что, курнул только что? Почему мне звонит мама? А-а-а, мама, звонит мама! Надо быстро сбросить маму. Окей, просто позвонила мама по скайпу. Ничего необычного. Я думаю, надо идти дальше. Вперед по этому длинному до жопы коридору. Я чувствую, вот так вот у нас было на выпускном в школе. Вот вообще один в один. Темные коридоры, темнота, повсюду записки. Какие-то дети, да, в коридоре в нашей школе такое тоже было. Да, мама, хватит звонить! Здесь еще одна записка. Мне кажется, надо ее почитать. Но каждый раз, когда я читаю сраные записки, происходит какой-то писец. Вообще, я могу ее пройти. Мне кажется, так и надо. Хотя, хер знает, может, этот извращенец на меня выпрыгнет. Мне не интересно. Да хватит звонить! У меня есть выбор. У меня нет выбора, я бежу направо! А-а-а! Страшные звуки! Коридор, мать его, сужается! Блять! Блять, здесь тоже! Блять, я не успею! Блять! А! Чё это такое? Ключик! А! Да, блять! Дверь! Да откройся! О, малыш! О, боже мой!
А, ты сраная записка. Ну окей, пока. Какая жуткая до жопы игра. О, здрасте. Кто-то опять начал дышать. Такое чувство, я не знаю, его это заводит. Меня это совсем не заводит. Записочка. I'm coming for you. Я б тебя обнял бы. Только ты где? Ой, жопа. Ой, жопа. О, прешифтор. Ран. А вообще не страшно-то. Можно вниз поехать? Десятый этаж. Я, по-моему, застрял. Лифтер? Лифтер? Лифтер! Ух ты ж, ё-моё! Интересный расклад! О, это мой этаж. Приехали. Можно открыть. Окей. Блядь! 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 Пока! Давай! Шестой, пожалуйста. Мне по-любому туда не надо выходить. Не, я в принципе могу устроить здесь лагерь и жить здесь. Я не хочу отсюда выходить. Нет, я не думаю. Какой здесь классный ковер. Блин, ну там еще крылья. Если тебе понравился видос, залепи-ка сюда ты, Лойс, подпишись на мой канал. Это просто взял, нажал, ведь я просто так сказал. Та-да-да, па-да-да, па-па-па.